Сегодня мы приехали в Northwest Seed and Pet. Магазинчик такой есть. Мы с Лизой уже сюда приезжали и видели там большую черепаху, да, Лиза? Нет, папа, не это черепашка. Подожди. Нет, пошли, Лиза, покажем. Где черепашки живут. А вот и черепашка. Ну, заходи, заходи, погладь ее, дочь. Кто же там живет в этом домике? Ой, она выходит, смотри. Смотри, она выходит. Давай, отойди, пусть она выйдет. Выходи. Черепашка. Привет. Глянь, какая. Ой, ты красавица. Привет. Привет. Погладь ее. Иди погладь. Иди, иди, не бойся. Смотри, какая она. Ой, там кузнечик припрыгал к ней. Черепашка. Лиза, иди погладь. Погладь, погладь. Ой, здесь много. Ну ладно, я ее попробую погладить. Привет, вы. Я тебя тоже боюсь, ты знаешь. Не только ты нас. Ой, класс. Привет. Никогда черепаху так еще не гладила по голове. Лиз, погладь ее. Она холёсая. Она холёсая, но только пальчики не подставляй. Я не знаю, она как вообще запряталась. Смотри, Лиз. Давай, давай. Ну как, черепашка? Классно? Все, черепашка пошла. Черепашка пошла. Смотри, какая она. Большая, да, Лиза? По магазину ходит такая. Класс. И куда ты направилась, дорогая черепашка? Она сону нашла. Смотри, как она топает, интересно, Лиза. Великан, как великан, да? Погладь ее, погладь. А, ты красавица какая, глянь. Идешь хоть бы что. Садись на нее. Лиз, садись, покатайся на нее. Ложись на нее. Вот так, ложись на нее, она тебя покатает. Ложись, ложись. Ложись. Боится. Обсматривается. Ага, такая деловая. Смотри. Ползет. Говорят, ползет как черепаха. Вот. Она. Какая это скорость. Иди сюда, глянь, какая классная. Иди сюда, иди сюда. Ты... Она хочет туда зайти. А у тебя-то так смотрят на нее. Иди сюда, иди, иди сюда. Ну, черепаха вообще как своя, как родная здесь ходит везде. Такая ручная. Давай. Ой, идет, идет, идет. Привет. Крутая такая. Идешь, да? Смотри, Лиза, как она топает. Она идет домой, Лиз. Смотри, у нее там домик свой, она сейчас зайдет туда. Заходи, черепашка, в свой домик. Такая смешная, да? Что, или ты не хочешь домой? Не, она еще хочет погулять. Пошла к курочкам поздороваться, наверное, да? Это у нее
называется утренняя гимнастика, да? Мы сейчас ее заберем, да, нашу собачку. Это мне собачка. Да, это тебе собачка. Ну, котик Алиса ее. Да. Сэмчик, вставай, здесь так интересно. Смотри, какая черепашка, Сэм. Ну, вставай. Ты не хочешь, ты только проснулся, да? Посмотри, как она ходит интересно, смотри. Анна, что она будет делать? Остановилась. Ладно, проходи. Дайте ходу, пароходу. Иди посмотри, уточки там. Хочешь посмотреть? Вставай уже. Пойдем. А мы сейчас собачку купим. Тебе и Лизочке. Маленькую. Маленькую собачку. А это бабочка. Мама. А. Собачка там. Мама, собачка. Там собачка. Уточки. Смотри, как они спят интересно, да? Все в кучку сбились такие. Мягенькие, тепленькие. Ости. Да? Вот. Классные такие, да? Лизочка, это что, клетка для курочек? Вот такая клетка для курочек продается. Давай откроем. Видишь? Она стоит 750 долларов. Для 6 курочек написано, для 6 курочек. Красиво. Здесь нашли Лизочку. Это такой стенд, плакат, на котором настоящие засушенные жуки. Название на английском, конечно. Вот это да, вот это жучок. Смотри, Лиза. Я боюсь. Да, не бойся, они засушенные. Вот это тарантул. Видишь? Пошли. Уточка. Она говорит, заберите меня, заберите отсюда. Ой, Лиза. А это кто, Лиз? Зайчики волнистые. Пошли, нам это не очень интересно. А здесь рыбки, да? Раньше большие были, сейчас манюпусечки плавают. Поехали. Мышки запрятались там все в норке. Так, вот и котики. Уже одного кто-то купил. Помнишь, было трое? Песечки, привет. Хочешь погладить их, Лиза? А это что, цыплятки? Смотри, какие маленькие, да? Сэмчик наш спит там. Эй, привет. Смотри, какая ящерица здесь. Хочешь потрогать ее? Нельзя. Нет. Плачет. Надо ее срочно забирать, да, Лизочка? Да? Ты будешь с ней играть? Будешь любить ее? Кормить ее будешь? Точно? А ты? На, обойди. Классно, какую собачку. Ой, она плачет. Плачет. Надо ее срочно забирать, да, Лизочка? Да? Ты будешь с ней играть? Будешь любить ее? Кормить ее будешь? Точно? А ты? На, обойди. Классно, какую собачку. Ой, она плачет.